Что, он тебя прям выгнал? Да. Слушай, ну, если хочешь, ты можешь пожить у меня. Спасибо тебе большое. Да что? Конечно. Конечно. Спасибо. Ну вот, чувствую себя как дома. Спасибо. Ангелин, Да ладно, тебя просто взял и выгнал? Да. Ну, можешь пожить у меня. Спасибо. Блин, девушка, я извиняюсь, буквально 2 секунды скажу в 2 словах. Вы просто безумно красивы. Спасибо. Честно. Я не знаю, кто у вас будущий парень, но ему явно повезло. Вы просто ангельски красивые, правда. Спасибо. Вот и... А, есть рублей 15? Нет. Нет? Точно нет? Точно нет. Shoot, Лёнь, ты чего? 4:30 утра. Это вы дали ведь успеть, а мне на рынок пора. Ложись спать. Да идите вы нафиг. Пришла. Заколебали, дайте мне пожить-то нормально. Томанная ночь, только пули свистят. Да. Эй, приятель, посмотри на меня. Дед дает. Опять батарейки сели. Я же просил купить батарейки от GP, ядрёна мать. Онлайн и дёшево, ядрится ядрёно. Ты меня до могилы доведёшь. Боня. Здорово, Сергей. Привет. Слушай, дай попить, пожалуйста. Только глоток, пожалуйста, ладно? Ты, кстати, первый открыватель. Спасибо. Слушай, у тебя не будут ручки? Блин, она вообще не пишет, забери. Слушай, мне идти надо. Ну ладно, давай. Давай, я признаю, да. Привет, слушай, извини, пожалуйста, за опозданием. Бизнес-дела были, задержался чуть-чуть. Да ладно, ничего страшного. Я вообще бизнесом занимаюсь. Да, мы там енотами торгуем, голубями, то есть реально рубим деньги. Вот. Ведрами. Да. Извините, сколько? 100 тысяч евро? Нет, мне это не интересно. Здравствуйте, что будете заказывать? Можно вам, пожалуйста, как обычно? Я вас первый раз тут вижу. И в последний? Типы людей на 14 февраля. С праздником. Почему их 2? Я ненавижу оранжевый цвет. Нормально. Двенадцать, 14. Ну, уже получше. Милый, сегодня вообще 14 февраля, ты помнишь? Да, завтра 15. Здравствуйте, вы уже выбрали что-нибудь? Да, так, милый, ты будешь что-нибудь?
будьте любезны, мне то же самое. Так сказал. Здравствуйте, можно мне, пожалуйста, зарядку от айфона? Подожди, Лен. Какая зарядка? Вас плохо слышно, можно чуть погромче, пожалуйста? Может быть, вытащите свои затычки, тогда услышите меня? Как они называются теперь у вас? Наушники. Вы меня услышите? Какая зарядка? Я извиняюсь, у меня все в порядке? У нас все в порядке! Так, бабуль, ладно, я вас понял. Берегите себя, ладно? Наушники. Добрый день. Здравствуйте. Вы уже что-нибудь выбрали? Пока что еще нет. Пока что? За мной. Это просто блеск. Просто богиня. Оставьте меня, пожалуйста, после уроков. Ну вот, пожалуйста, с таким платьем просто любой парень ваш. Да? Ну, я тогда сейчас еще похожу немножко по магазинчикам, посмотрю, потом, может быть, и вернусь. Что? Ты серьезно? Да, я серьезно. Потому что завтра 8 марта... Нет, почему без этого? Просто как бы странно сейчас это ни звучало, но ты достойна больше. Вам удалось сэкономить 150 тысяч рублей. Отлично! Слушай, Серг, мы в жопу поиграем? Ну давай. Жопа. 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 Не, чувак, я все. И это не предел, я могу и лучше. Дебил, блять. Пишите давайте, долбоёбы. Не, ну зато я выиграл. Ну, что тут написано? Тут написано, что ты у меня очень умный мальчик. И тебе надо пойти в другую школу. Слушай, ну в этом месяце у нас значительный рост по выручке, и мы по срокам успеваем. Отлично, тогда скинь мне статистику за прошлый месяц на почту, хорошо? Хорошо. Сергей Мирович, ваш кофе готов. Марина, к сожалению, сейчас мне нужно отлучиться, поэтому давай чуть позже. Да, мам. Все, я выезжаю, да-да-да. По работе, слава богу, все хорошо. У тебя как дела? Ой, хорошо, сынок. Слушай, девчонки на работе путевки достали. Так что скоро едем. А я... Сынок, у меня кран в ванной потек. Поможешь? Серьезно? А где инструменты? В коробочке на шкафу. Мы замечаем, что у вашего ребенка отставание в умственном развитии. Мы не можем больше учить его в школе вместе с обычными детьми. Рекомендуем вам учить его самостоятельно дома.